Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель в Московской области, где он и зародился. На сегодняшний день изделия гжельских мастеров представлены в крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Предметы посуды, кувшины, кружки, тарелки мастера расписывают цветами, птицами, деревьями и сооружениями архитектуры. Каждый автор воплощает в своих работах индивидуальное видение мира. Творчество в подарок – это выставка супружеской пары Виктора Неплюева и Светланы Жуковой. Художники являются участниками более 100 художественных выставок в России и за рубежом. И теперь со своей обширной коллекцией работ в технике гжель они выставляются и в Щелковском историко-краеведческом музее. По-настоящему музейная выставка, которую можно смотреть, мне кажется, часами разглядывать. И каждый раз, заходя в зал, находишь что-то интересное, как новое для себя. На выставке представлено более 400 работ. Все они на разные темы, некоторые объединены в одну сюжетную композицию. В основном мы работаем в сериях. Если берется одна тема какая-то, то мы ее разрабатываем так, что потом целый рассказ. Допустим, «Мертвые души», да, вот большая композиция и скульптура, она из 20 скульптур состоит. Вот. Любая тема там, домашние хлопоты там, или там мастера, фарфоровые мастера, тоже они состоят из большого количества разных тем. Донести, наверное, хочется красоту природы, красоту жизни, красоту, человек, людей. Хочется доброту, все наши работы, они, в общем, все позитивные, я надеюсь, потому что мы вкладываем в них все свое настроение хорошее. Помимо самих гжелевских работ, представленных семейной четой, здесь также можно увидеть картины, которые показывают весь процесс работы, начиная с эскиза, заливки фарфорового шпикера и формы и заканчивая росписью. На выставку пришел заместитель главы администрации городского округа Щелково Юрий Родионов. Он также, как и остальные гости, восхитился красотой и необычайно тонким мастерством представленной экспозиции. Успейте посетить ее и вы. Продлится она до конца сентября. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.